В рамках всероссийской программы «Добрые дела» представители компании «Fix Price» посетили Республиканский детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей микрорайона «Московский». О значимости акции «Кому оказывают помощь» в ее рамках расскажет Альбина Ламкова. Добро не стоит дорого. Это основной лозунг всех участников федеральной программы мероприятий, которые компания Fix Price проводит с августа 2014 года на территории России. Ранее акции были направлены на помощь приютам для животных и социально незащищенным слоям населения. Затем на поддержку спорта и активного образа жизни. А в последние годы носит экологический характер. Для этого в детский дом привезли саженцы. В аллее высадили хвойные деревья, а в саду плодовые. Нашей основной задачей было не только выявить потребности детского дома и оказать помощь в этом направлении, но и показать правильный пример детишкам. Ведь каждое высаженное дерево – это значимый вклад в экологию природы. Детям оказывается помощь именно в тех предметах, которые были обозначены самим детским домом. Также вместе с нами приехали юные волонтеры, которые очень воодушевлены своей работой. Участники проекта «Добрые дела» привезли и подарки для детей. Это предметы личной гигиены, средства индивидуальной защиты, маски, перчатки, антисептики. А в преддверии нового учебного года ребята получат наборы школьных принадлежностей. Сейчас жители детского дома находятся на отдыхе в Домбае, поэтому подарки принял их представитель. Я думаю, по приезду наших детишек это будет большой сюрприз для них. Благоустройство клумб, песочницы будут. Мы очень рады всегда видеть гостей у себя в детском доме. И детишки у нас тоже очень, если были бы рады, помогали бы. Маски, перчатки и соблюдение дистанции стали обязательным инструментом во время проведения мероприятия. Но это никак не помешало успешному проведению акции. Юные помощники дружно установили забор вокруг палисадника, побелили все деревья на территории детского дома. А для организации досуга детишкам младшего возраста установили и наполнили игровой комплекс с песочницей. Добро не стоит дорого! Присоединяйтесь! Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаево-Черкесия.